инструмент, который необходимо изучить, которым необходимо тренироваться, который необходимо очень тщательно оберегать, сохранять и использовать, только тогда личное оружие может превратиться из врага в защитника. Так, одна из самых милитаризованных стран в мире. Оглянитесь вокруг. На улицах полно солдат с автоматами. Зачем еще раздавать оружие простым гражданам? Чем его больше, тем выше шанс на бытовые преступления.